Подобные автопробеги – традиция. В организацию патриотической поездки внесли вклад все компании, которые входят в автомаркет. Мир экстрима, мы вот выставку оружия везем с собой. Именно времен Великой Отечественной войны, оружие победы. Каждый из участников и также зрителей в районах будет иметь возможность сфотографироваться с этим оружием. Питание участникам пробега делает охотничий рай и кафе. Каждый по крупиночкам, мы все вносим какую-то свою лепту для того, чтобы почтить память. Более 70 человек и 20 автомобилей. Большинство из них предоставила компания «Автомаркет Плюс». Первым в колонии, конечно, УАЗ «Патриот». С каждым годом маршруты интереснее. Растет и число участников. Некоторые из них – клиенты компании. Многодетная пара Сергей и Татьяна Ведяевы в автопробеге во второй раз. Мы купили машину, и при покупке машины нам предложили поехать сюда. Так что мы клиенты постоянные. Мы приняли это условие с удовольствием. А что за машину вы купили? У вас «Патриот». О, отлично. Так вы настоящий патриот и теперь во всех... Пятая машина у нас «Патриот». Следующую патриотическую акцию группа компании «Автомаркет» проведет 17 сентября, в день освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. Екатерина Карманова, Сергей Любецкий. События Брянск.